Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Еверехеха Адонай ве ишмареха. Яхер Адонай панав элейха вихунекха. Исах Адонай панав элейха ве яселеха шалом. Бешем Иешуа ха-Мошиах во имя Иисуса Христа. Амен. Аминь. Истинно так. Братья и сестры, дети Божьи, святые и верные, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего в нас, нас всех из тьмы во свет свой. Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Любовь есть, и нет в нем никакой нелюбви. Слава Богу Святому! Благоставляю Церковь Божью по всему лицу земли, распространившуюся во всех странах, на всех континентах. Благоставляю Израиль, благоставляю возрождаемый, да, и возрожденный, и возрождаемый Израиль. Благоставляю Иерусалим, столицу Израиля, столицу будущую, да, столицу всего мира. Сегодняшним днем, сегодня пятница, сегодня приготовление последнее к встрече святого дня Господнего, субботы, шаббата. И сегодня вечером с вами уже при заходе солнца, как написано в Библии, да, и был вечер, начало нового дня, с вечера и до вечера, и при наступлении темноты, да, при наступлении ночи, будем встречать уже новый день, святой день, отделенный самим Богом. Бог 6 дней творил весь мир, да, а 7-й день сделал праздником своим. Аллилуйя! И наши с вами пра-пра-пра, много раз пра, прародители наши, Адам и Ева, да, праздновали этот праздник еще в раю. И удивительно, да, прошло почти 6 тысячелетий с того самого первого шаббата. Но каждая суббота с тех пор для нас как некое напоминание о прошлом, напоминание о рае. Но с другой стороны, это и указание на будущее, указание на рай, то, что будет. Аллилуйя! Слава Богу Святому, друзья! И вдвойне просто радостней праздновать День Господний Святой вместе с новым Адамом, да, вместе с Иисусом Христом, с Иешуа Машиахом, да, который есть Господин Шаббата. Он есть хозяин субботы. Аллилуйя. Да. И это все о нем. Все о нем. Все праздники Господни о нем. Да. О Спасителе дивном моем. Благодарю тебя, Господь, за все. Благословляю имя твое святое. Благослови, Господь Божий, Израиль. Благослови церковь. Церковь и Израиль. Израиль и церковь. Это два огромных Божьих проекта на этой земле. По спасению всего рода человеческого, по спасению всего творения Божьего. Аллилуйя! Благослови нас, Отец наш, благой, человеколюбивый, добрый. Никто не добр, никто не благ, как Ты, Бог наш. Аллилуйя! Славьте Господа, Бога богов, ибо вовек милость Его. Славьте Господа, Царя царей, ибо вовек милость Его. Да, из темноты воззвал я Господу, и Бог услышал и спас меня. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на себя. Славлю Господа, Бога богов, ибо вовек милость Твоя. Славлю я Тебя, Царя царей, ибо вовек милость Твоя.
Славлю я Тебя, Бога, всегда, ибо вовек милость Твоя. Славлю Бога, Господа, Царя. Аллилуйя! И восклицаю со всеми святыми Твоими и верными чадами, гряди, Господи Иисусе Христе, Иешуа Машиах, возвращайся. Йехошуа ха-Машиах, Иисус Христос, Господь мой спас. Возлюбленные дети Божьи, сегодня вечером, тогда в 6 часов вечера по московскому времени, подключайтесь. Вот, даст Бог, здесь вот на канале Ютуба как раз сделаю трансляцию. А вместе помолимся, поблагодарим Бога, преломим хлеб, поблагодарим Создателя за Его святой день, за то, что мы в Нем, а Он в нас. Христос в нас, написано, упование славы. Дух Святой, поселившийся в человеках, среди нас, но самое ценное в нас, и Он взывает к небесам: Авва, Отче, Папочка, Папа, Папуленька, Папенька, Отец. О, что может быть больше, что может быть выше этого? Ничего не может быть больше и выше этого, и главнее этого. Слава Богу Святому! Да, много имен Всемогущий Бог, Святой, раскрывал и раскрывает Себя в человеческом роде. Но самое великое, что можно знать о Нем, познать в Нем, это то, что Он Отец, то, что Он Папочка мой, Отец наш. Аллилуйя! Яхве, Ты мой Отец, я жду великой, могучей, еще больше и больше славы Твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец, Ты Вседержитель, Бог Творец чудес. О, Яхве! Аллилуйя, 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 аллилуйя. Эй, эй, аллилуйя, аллилуйя. Да, слава Богу, друзья, братья, сестры. Сегодня праздник начинается вечером, и танцуют все, аллилуйя, пред Богом нашим, рукоплещем, танцуем, ликуем, Бога прославляем. Молюсь за церковь, молюсь за Израиль, благоставляю Иерусалим, паки и паки, снова и снова, да, вновь и вновь, непрестанно. Молюсь за нашу Киевскую архиепископию Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя. Молюсь и благословляю всех наших священнослужителей, да, благословляю всех православных христиан и всех христиан, всех конфессий, деноминаций, всех ветвей многоветвистого древа Царства Божьего. Аллилуйя! Слава Богу Святому! Молюсь о единстве христиан, молюсь о единстве и о пробуждении духовном, в Духе Святом пробуждении. Аллилуйя! Да, спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя. Благодарю. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа со всеми нами. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.